Что, заходи? Кто там живет? Даниэль. Кто здесь живет? Здрасте. Проходи. Иди, сюда. Тебя дедушка зовет. Не стесняйся. Что, фотографироваться будет? Да. Ну, он вообще стишок вам рассказать. Нет, наверное. Я вот смотрю, фотограф пришел. Вы пообщайте, а потом меня пригласите. Да, хорошо. Хорошо. Ну, давай, рассказывай, как тебя зовут? Даниэль. Даниэль, прекрасно. Сколько тебе лет? 5. Замечательно. Ты уже взрослый человек. А скажи, к Новому году готовишься? Да. Да? Как папе помогаешь, да? Маме? Да. Мне уже вообще ноль. Первое день рождения, второе, третье, четвертое и пятое. Прекрасно. Сейчас будет мне 6 лет. Понятно. Замечательно. Ну хорошо. А елочку поставили уже? Елочку? Ну, у нас уже 3 елки. 3. 3. Прекрасно. Волшебные слова знаешь какие-нибудь? Волшебные слова. Так. Я хочу глобус. Загадал. Понятно. Загадал. Глобус. Я хотел глобус. Хорошо. А тогда вежливые слова знаешь какие? Ну, я хотел глобус. Нет, то, что ты хотел, я понимаю. А вежливые слова знаешь какие? Вежливые. Да. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Ну, видишь, я думал, ты забыл их. Они же тебе пригодятся скоро совсем. Да. Да. Ну, хорошо, а скажи, какой-то стишок ты мне приготовил вроде как, да? В лесу родилась... Песенку? Ну, вообще замечательно. Ой, давай. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом столько, зимой она была. Метели елка... Ну, прекрасно. В общем, дальше пошла импровизация. Замечательно. Да, мы умеем импровизировать. Мне очень понравилось. Молодец. Ты всегда умеешь найти из любого положения замечательный, талантливый выход. Рисовать любишь? Рисовать? Конечно. Держи. Ну, это карандаши. Я люблю что? Ну, извини, у меня только карандаши. Держи. Ладно. Но это не все еще. Чтоб ты так сильно не расстраивался, что это не фломастеры. Мороженое любишь? Мороженое, да. Вот тогда я люблю ванильное. Ну, это уж какое тебе дадут. Держи, зато бесплатно. На 6-м этаже. В 6-м этаже? Там... Да. А там вообще есть игры, которые там дети играют. Вот, я там видишь? Видел Ну вот, сейчас еще раз подниметесь с папой и там еще раз погуляете. Если нет, это не дядя Ваня. Дядя Ах, это с дядей Ваней. Ну, значит, с дядей Ваней. С наступающим тебя. Давай, будь здоров. Что нужно сказать? Это мешок такой, подушка? Это? Нет, это волшебный мешок. В нем просто волшебный воздух из леса моего волшебного. Мягкий, я знаю, воздух же мягкий. Да, ну давай, мой хороший, счастливо тебе. Что нужно сказать? Да. Давай, пока. Пока. Волшебное слово-то тебе пригодилось? Да. Спасибо, которое? Да. Ну, а ты мне сказал? Торт с подарками и звездочки. Да, мне, пожалуйста, пригодилось. Пока. Да. Давай.